Всем привет, с вами Крис и Тома. Привет. И мы начинаем пятую серию нашего новогоднего времяприключенческого сериала. Да, Майнкрафта. И в прошлый раз мы решили пойти куда-нибудь правее Ледяного Королевства. Вот смотрю на карту. И куда-то вот туда. Да, если вы видите мою серую стрелочку. Так. Да, пошли. Идем. Только у нас тут это дверь закрывает, тут всякие паузы. Ходят. Пауки. Так, то есть куда-то вот прям куда я смотрю. И вот, может быть, нет, не туда. Во! Вот туда. Чуть правее. Ей, побежали. Ну, смотри, еще приключения. В правый верхний угол, короче, мы идем, да? Да. Вот он вроде бы вот здесь. Тут какие-то, ну, короче, еще правее горы, вот этих вот ледяных них... пиков. Тут горы, там горы. Что там надеемся найти, я не знаю. Ничего. Ну, в смысле, ничего не надо. Горы похожи на елки. Новогодние елки. Новогодние. Все, с Новым годом увязали, готово. Еще одна новогодняя серия. Про новогодние елки. У меня есть батон. У тебя даже батон есть, не знаю. У меня тоже еда есть. Кстати, да, я все еще надеюсь найти седло. Так, ну что, пройдем прямо между горами? Ну, тут вроде горы не стеклянные, поэтому можно прям... Да. О, я уже что-то вижу. Что это? Ну, во-первых, конечно, большой обрыв. Во-вторых, мне кажется, нам нужно дальше пройти, и там, возможно, будет какая-нибудь лестница. Мы, конечно, можем построить гигантский мост, но... А, не, ну там, да, наверное. И да, я вижу лицо на горе, это нормально? Нет. Это... Давай обойдем вот гора туда. Гора смотрит на тебя. Я, по крайней мере. Хочу попробовать обойти. Да, в прошлый раз мы пропустили там чье-то лицо на ледяной горе, да? Еще и скелета, который прячется. В прошлый раз, во-первых, это, по-моему, была статуя не снежинки, а ледяного короля. Что-то мне так кажется. Во-вторых, там, может быть, еще что-то было в ледяных горах, но мы, возможно, еще вернемся. Мы сейчас просто... Да, мы сейчас просто первые серии такие обзорные прям, да. И смотрим, что есть, а потом еще вполне... О, я нашел лестницу. Вполне вероятно, там что есть лестница, мы еще вернемся этот... и в ледяное там. В это, я не знаю, какая-то деревня. И в Бубульгум королевство мы наверняка еще вернемся, потому что мы там как бы вообще проскочили просто. Расскажи, как там официально называется, неофициально. Ну, неофициальное королевство конфетное, конфетное королевство, официально что-то там про сласти, про какие-то... Империя сласти? Империя сласти или что-то... Короче, что-то, да, что-то совсем... Странно. Итак, мы пришли к вам с мечом. Да. Ненавижу лестницы. И здесь живут овцы и лошади. А у нас нет ножниц. Зачем тебе ножницы? У нас... Ну ладно, я не буду их бить. Так и будь. Ну окей, мы нашли новую локацию. Штанишки и да, хочешь? Это, собственно, то самое место, которым вот мы идем по часовой стрелке. Что это за место, я не знаю. Ну, это еще очередное, это... Может, это что-нибудь из сериала, я не знаю. Позор. А у Лимонграб где же? У него не было своего королевства? Ой, ну да, было, конечно. Что-то, не на лимон, вот это что-то. Вообще, граф был. Графство у него было. Ничего тут? Внутрях ничего? Да ничего там. Все как обычно, пустые дома. Пустые никаких дома. NPC. Мне кажется, все куда-то подевались. Не, ну теоретически они тут должны быть. Ну, в смысле, что-то я не видел пока ни одного. Как жители могут быть? Ну, жители деревни, я понял. Да, не факт, что они будут, конечно, но могут. Это что, просто декор? Добавлю. Пустые сундуки, да. Ну тут может быть... А что это вот переключатели какие-то? Ой! Что там? Это гильотина? Не знаю. У нашего гильотина. Я только печки нахожу. Ну, я нажала, и она такая, чпок. Молодец. Страшная штука. Вообще. Сундуки, большие сундуки. Мы даже с собой их не берем. Совсем обленились. Ну, сундук-то скрафтить недолго. Ну, так-то да. Вот книжную полку можно выкопать, но опять-таки зачем? Конечно. Нужно будет, вернемся. Ну, нужно будет проще до королевства дойти, там есть и зачарованные столики, и да, если нужно полки, всякие вот наковальни там быстро сходить. Так, здесь я не был.
Оттуда ничего нет. Это просто... Я думаю, жители здесь появятся, когда ночь наступит, да? Они будут хотеть мозги. Ну да, это лесозаготовка. Лесозаготовка. Смотри, это лошадь-суицидник. Это лошадь-парковщик. Это скайримский конь. Нет, это лошадь-суицидник. Куда ты пошла, дура? Это не дура, это лошадь. У меня нету яблок. У меня уже одна объезженная есть, но мне нету уздечки. Ну, уже довольно маленькая локация по сравнению с дворцом. Мне больше интересно. Ну, что... хотя бы здесь лавы нет. Да, что тут? В принципе, лошади есть. А что за гора? Может, поднимемся к Роже? Вон туда. Куда? Ну, там, где Рожа, на горе. Ну, давай, веди. Не копая поднимемся? В смысле, не строя? Ну, сейчас попробуем. Чё-то сомневаюсь. Да, чё-то я тоже сомневаюсь. Ну, можем ещё чуть-чуть на восток пойти, я не знаю. А можем пойти дальше по часовой. Потому что здесь особо ничего нет. Я нашёл... Дальше вход назад в зимнее это самое, mm-hmm. ну, ледяное, и там осьминоги плавают. Какая мимота. А ты где вообще? Я у тебя на карте есть, если что. Да. Я у тебя можем есть. Пойти дальше по часовой исследовать. Вот хотя, это. Погоди-ка, вот здесь как раз можно подняться, действительно. Есть такой... Более пологий склон. Да. То, что важно. Кстати, кнопку прыжка можно просто зажать. Боже. Вполне себе поднимаешься. Супер Марио. Ой, снег пошел. Новый год. Джингл Беллс. Так, погодите, я что, вернулся в зимний биом? Да нет. Странно. Это Эверест. А, я уезжаю. Рожа, что ты с нами делаешь? Что, мы спрыгнем оттуда? Во, зато мы теперь видим сверху это самое. Наша любимая. Залезь куда-нибудь повыше и спрыгнуть. Да, нет бинокля, нет? Нет. Все, я на вершине. И тут идет снег. Там есть какой-нибудь скелетик предыдущего путешественника? Только мой, нет. Флага тоже нет. А где ты тут поднимался? Серьезно? Да так как-то. Эверест какой-то. Оп. И вечер наступает, отлично. А я предлагаю идти, собственно, дальше, вот на юг, потому что здесь особо ничего нет, только вот эта вот деревенька и гора. Сейчас, дайте я тоже на гору так посмотрю. Что идти вот отсюда куда-нибудь на юг. О, как красиво. Ну, то есть... Е-е-е-е-е. Вот туда. Ой, я тоже на вершине. Да ты что? Ты же очень красивый, между прочим, прям так по-новогоднему. И елки такие стоят. Это горы или гигантские елки? Это гора елки. Это как в этой самой было в Хильде. Горы, которые великаны. Ладно, я предлагаю действительно идти, пока не стемнело полностью, спуститься хотя бы медленно, только не мгновенно. Тут так скатывайся. Ну, дождь пошел. Снег превратился в дождь, интересно. Так, где мы здесь можем пройти? Может, это туда? Здесь, в принципе, вполне можно живыми спуститься. Я уже спустилась, я только один раз чуть-чуть подскользнулась. Ну, в смысле, там далось на пологий спуск. В отличие от вот этой дыры. Арги! Что такое? Где ты уже? Мастер паркура! Ты где? Я шел, упал. Очнулся, гипс. Значит, я иду на юг. Копнуть. Все, копнуть. Ты, ну... Хорошо, сейчас я копну руду. О, сейчас я это... Взлечу на воздух. Взлетаю. Крипер. Это у тебя есть железный меч? Я тоже хочу железный меч. Окей.
Крипера больше нет. Я живой. Мне бы фонарик еще. У Сусанина не было фонарика. Путь как Сусанин. Пещера. Ей, навстречу приключениям. Нет, в пещеру нам точно надо опускаться. Пойдем по краю. А вот и зомби, и скелеты. Крушить. Палку крушить. Можем немножко по берегу пойти. Да, пойдем. Думаю, следующая локация где-то вот там. Кто там еще должно быть? Лавовое королевство, по-моему, еще что-то. С конфетным лавовым является. Нет, тут отдельная лавовая, по-моему, есть. Насколько я что-то уже вижу. Промо-материал. Там что-то светится. Это же лимон. Это лимон. И скелеты. Помогаю броняться. Мы должны дожить. Бегу. Йога не так смешно делает. Так. Ой-ой-ой. Ой, это та, которая телепортируется. Как его? Такой длинный. Ну, а тут... это кто такой? Не важно. Может быть, он и был? Может быть. Еще кто-то? Ой-ой-ой. Ой-ой. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. А вот и пауки. Всех убью, один останусь. Когда там утро. Так, я вижу огромный лимон и стену. Я думаю, нам нужно обходить. И я думаю, мы нашли следующую локацию. Ну или, по крайней мере, лимон. И да, надо что-то съесть. Я отравлен, что ли? Так, я так помру. Я отравлен. Я так помру. Не хочу умирать. Я не трогаю, но я боюсь. Всех съел, да? Пошли действительно на свет. Так, ну что? Все лимонное. По цвету, по крайней мере. Хочется чего-нибудь лимонного. Чая, например. Еще на сыр похоже. Слушай, если мы найдем две кровати, мы можем промотать время до утра. Будет неплохо. Тут где-то скребется. Да не, они сюда не заходят. Наверное. Unacceptable. Да. Неприемлемо, да? Да. Ну, походу, опять мы сюда. Что-то не очень большая локация. Такая. Да, уж не в бургундские хоромы с тремя винтовыми что лестницами подряд. Это зажаривают. Соковыжималка. Зажаривают собак всяких. Очень мило. Ха-ха-ха. В лимонном соке, суровые нравы, да, лимонных людей. А где ты вообще на карте? На карте? На карте мы внезапно не в следующей локации, но внезапно в следующей локации. То есть, смотри, здесь небольшой был. Деревенька mm-hmm. такая лимонная. Прикольно, мы бы ее не нашли, если бы с центра шли. Ну да. Наверное. Мы не специально выкидываем карту, просто отмена. Ну что, там утро есть, нет? Нет, есть зомби и пауки. Больше зомби и пауков. Ну что, я предлагаю пройти чуть-чуть вот туда вот. Отбиваюсь от зомби-пауков. Заодно опыта заработаем, если выживем. Ты меня напугала, когда ела. Я так сурово ем. Да вообще, единорог, пожирающий кусок мяса. Ну, я пыталась сделать что-нибудь вегетарианское, но нам надо тростник для печенек. Так, я что-то вижу. Какое-то болото? Зомби, 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 зомби. И зомби. Какие мертвые. О, это же привет. Кто меня за хвост кусает? Паук опять? Нет, по-моему, кто-то из нас отравлен. А, нет, это какая-то, я не знаю, кусок. А, вот эти вот, которые... Я сейчас помру. Которые желатиновые куски. Короче, да, я понял. На этом серия заканчивается. А, да. Ладно, короче, мы нашли болото. Давай дальше пойдем уже из центра и днем. Хорошо. Я думаю, неплохо мы нашли маленькую локацию с лимоном. И мы стоим друг в друге, да?
А, вот, собственно, и утро начинается. Отлично. Мы дальше можем пойти... да вот прямо на юго-восток. Ну, то есть мимо болота предлагаю пройти. Хорошо, потому что явно на краю болота что-то. Ну, то есть вправо и вниз. Да. Я снова открыл карту, потому что снова нажал на эту кнопку. Что ж такое? И вот, значит, на фоне этого рассвета и заката луны... Забавно. Я думаю, мы и закончим пятую серию, да? Да. Ну что ж, как говорится, ставьте пальцы вверх, если вам понравилось, и обязательно подписывайтесь еще на все, на что можно подписаться. Все ссылки в описании. Напоминаю, что эти серии заранее записаны, выходят на наших YouTube-каналах, а стримы будут на Твиче. Все ссылки ищите в описании. А с вами были Крис и Тома. Пока. Пока.